Всем привет, с вами Саш Тюнг и Фридей. В общем-то, это наконец-таки это МТА, 18-я часть. В общем, прошли зимние каникулы, вернее, еще не прошли, но скоро пройдут, когда эти серии уже выйдут. Вот, и в общем-то, сегодняшняя серия посвящена нашим новым машинам. Ну, вернее, пока что они не совсем наши, но тест-драйв на них будет в этой серии. Мы будем круизить на этих машинах. Я решил взять себе, кстати, это новый сервак, но обозревать его не надо, потому что он новый старый, короче. Мы на нем уже играли. Да, новый старый, это очень... Вот, в общем, у меня Nissan GT-R, у Сени Porsche 911, по-моему. Вот. Ну, в реальности он 911. Обосраться. Короче, 977. Вот. И мы едем круизить. Я сегодня Санта-Клаус, а Сеня сегодня гопник. Гопник. Сань, у тебя, короче, номер подсвечивается. Сзади, да. Блин, как бы приехать терять. Короче, цвета мы делали под заказ, но свою машину я еще буду перекрашивать. Я не заказывал цвет под заказ, Сеня заказал. Так, по-моему, у меня игру слышно гораздо громче Сени. Возможно, но нет. Действительно, ладно. Ой. Что-то было? Едем дальше. Куда-нибудь. Куда мы поедем-то сегодня? Я расскажи. Короче, поехали за мной, я знаю, короче. Вау. В следующих сериях, в следующей, я думаю, то, что мы поедем в 19-й по правилам. Во-первых, тюнинговать машину мою, двигатель-то, все дела. А в 20-й серии, думаю, вы узнаете, что будет в 19-й. Чё она так дрифтует? Ну ты чё хотел, штатная резина тебе, не это. О, бэшка. Купить бэху потом еще можно. В принципе, на этом серваке, насколько я помню, у нас было по одной машине. И как бы... Говори поближе к микрофону, короче, попробуй. Что у тебя? Я говорю, у меня грыжа будет, если я поближе буду говорить. Грыжа? Да, будет, если я поближе буду говорить. А ты что свой этот, как он называется-то сейчас? Поп-фильтр ты не будешь ставить? Убрался, у меня грыжа делает. А-а-а, вот я и понял, короче, почему у тебя так плохо стало слышно сейчас. Ну чини, чини. Потом как-нибудь, вот. А сейчас мы продолжаем серию, и я лечу 201 км в час, в принципе, как и задумано, в реальности. А я дрифтую, блин. У тебя машина белая. Она весь... А, вот теперь голубая, прикинь. Офигеть. Тонна 300. У нее, короче, это, ходовая масса больше, чем обычно. Круто. Поэтому она и дрифтует. А моя вроде не дрифтует. Ну так, относительно. Сейчас не знаю, куда круизим. В общем-то, моя машина стоила 6 лямов рублей, короче. Это в новом она. А у Сени 7. Вот. Ну, или не 7. Я не помню, сколько у тебя тачка стоила. Короче, от 5 до 7 где-то так у него Porsche стоил. Porsche стоил. Стоил. Но он ее новый покупал. Прям ему ее доставляли. Да, ему доставляли ее из Италии. Не знаю, почему из Италии, вроде их делают не в Италии, но доставляли из Италии. Потому что Саня так захотел. Да. А мой покупали мы в Москве на самом деле. Италию переслали оттуда. Не, мой прям покупали в этом, тут, короче, в
тут, в этом, в Саната, ага, короче, вот в этой стране, где мы сейчас находимся. Асеня доставлял. Да, в принципе, давайте посмотрим вид от первого лица. Такой вот неплохой вид у него. Ой, какой плохой вид у него. У моей GTR-ки нормальный, но из-за того, что у моего Санты как бы руки чуть-чуть маловаты, и он вообще сам низкий, то, короче, я вижу... Стой, поворачивай. Все. Руль свой вижу, дорогу не очень, ну да ладно. Также мы с Сеней задумываемся о покупке джипов, их тут вроде бы на выбор два джипа, это гелик и бэха. Красиво. А, ну да, у нас же как-то была серия, короче, красивые места, и это место тоже туда попало. Давай заедем в этот мост и поедем прямо, я не знаю, куда мы выйдем. Я знаю, куда мы выйдем. Мы выйдем на шоссешку, короче, к этому, Сан-Пьера. Поехали. Короче, на мост, который над тем, что мы проезжали, над дорогой. О, речка. Речка, стоп. Речка? Ты хотел сказать океан. А, понял, все, едем дальше. Ну, по идее, под нами-то речка была, если что, так, случайно. Ладно, тогда давай на Челят, может. Челят на новых тачках. Ну, не знаю, как-то. В принципе, я просто где захотел, там. По идее, оффроуд же. Кстати, на каких машинах можно здесь устроить оффроуд? Если купить бэху, то оффроуд на ней точно не получится. Бэха всё-таки крутая тачка. Секундочку, ты продолжай, я потом к тебе приеду через 5 минут. А ты чё? Да там просто дела. Сейчас. Обкакаться, короче. Мы тоже сделаем паузу, я думаю. Сеня, скорее всего, погнал в туалет, вот, а мы паузу делаем. Так, мы продолжаем. Ну нет, ты можешь даже не молчать, просто тебя даже не слышно, ну ладно. Короче, едем дальше. Мы горе Челинада едем, да? Сеня. Да-да-да. Да-да-да, короче, я проще одел второй наушник, теперь я слышу Сеню. Чё? Аллилуйя! А. Летим. О, сейчас летим. Короче, 201 километр в час у меня разгоняется. Так, поворот. Лучше бы у меня на номере бы... Лучше бы мне на номере бы вместо последней буквы О поставили букву А. Ара 333. И регион был бы лучше 33. Едем, едем прямо на гору Челинада. Блин, турбо бы на нее поставить, конечно, но это все в следующих сериях. Тихо, я дорогу не вижу, GPS сломался. Привет. Ты подняться хочешь? У меня слишком низкая подвеска. У меня тоже. У тебя колеса хоть чуть-чуть смахивают на бездорожье, вернее, для дрифта, ну ладно. Блин, ты посмотри, какие они тонкие. Какая резина тонкая. Наоборот, они толстые у тебя, жирные, как будто для драга. Колеса-то да, а вот резина-то самая тонкая. Ну и ладно. У меня резина тоже, знаешь ли. У меня штатная, я не знаю, я еще, наверное, буду менять колеса-то. В следующих сериях зачем. А я срезал. Ты тоже. Читер. Я знаю, где-то тут на горе Челинада есть для велосипедов, короче. Трюкачная дорожка такая, коноплянная. Привет. Чего? Правильно все сказал.
подобных, да? Он, смотри, тянет в гору даже, когда остановился. Ну, естественно, почти косарь лошадок-то дает о себе знать, как бы, Nissan GT-R новая. А полное какое у него название? Случайно не Nissan Skyline, а хотя нет, Skyline'ом она не может быть. Просто Nissan GT-R. Воу-воу-воу-воу. Полегче. Полегче. Заехать. Фук. Починить. Вроде бы я не разбил свою фару. В принципе, сейчас пофиг, это не совсем еще наши машины. Нам либо их... штраф, либо чинить. А, улетел я! Я чуть-чуть улетел. Как ты умудрился? Капец. А куда тут улететь-то можно? Там, короче, такая дырка была, я в нее улетел. У меня не было дырки. Так, ну, короче. Короче. Где-то тут надо будет заскринить. В общем, там сейчас жди. Авто. А кот он сегодня приехал уже? Короче, вот сюда вот надо как-то их поставить красивенько. Ну если вот это называется приехал. Так вот. Подъедь ко мне просто, посмотри, как я приехал. Да нет, подожди, давай ты ко мне эту тачку свою припарковал уже. Тогда подойди, я не смогу приехать. Погодь. Посмотри просто, как я приехал. Ща-ща-ща. Тыгдык. А, ну ты да, молодец. Я понял. Где? Давай быстрее приезжай поближе куда-нибудь и вставай, будем делать скрин. Сейчас она у меня выйдет. Сейчас, короче, пауза. Итак, все, мы сваливаем с этой горы, мы тут посидели, пофоткались. Так, где выезд? Ну, короче, да. Как всегда, там. Уай, полетели. Я это вырежу. Но я не вырежу, столько классно лечу. Итак, вот мы уже спустились с горы, в общем-то, мы чуть-чуть уже проехались от этой горы сюда, где мы сейчас. Сень, ты куда поехал-то? Здесь еще одно место. Понимаешь, что у меня машина новая? Не понимаю. Подвеска только купленная. Подвеску? Починим? Под заказ собирал машину. Хорошо. Ну да, у меня-то машина вообще не моя еще. Свое я только сегодня вечером заберу и без камеры. Все равно мне ее бить нельзя. Подвеску убивать можно, а бить нельзя. Короче, это местечко мы как-нибудь сюда приедем. Как-нибудь будет время. Еще на горе Челябинск точно покажу. Да, я помню, мы там были. Под колеса прыгаешь. Все, ладно, поехали как-нибудь сюда. Я номер запомнил твой, сфотографировал. Все, отстань тогда. Тут вообще так-то можно классно покататься, но на оффроде. Запомни это место, Сень. Да-да, это около шахты. Тут что запоминать, около щели надо. А, тут речка. Ну тогда. Там дальше еще речка. Не упасть бы в эту речку. Вообще ништяк. Сон, давай забираемся на нора. Ага, ща-та, по-любому. Там вода. 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 Вот тут подняться можно. Конопля, отлично. Где? Я на мосту. А, ну сейчас ты выйдешь туда, куда я, в принципе, сейчас доеду по этой дороге, да ладно. Это да, я туда иду. Туда я сначала. I believe if I can fly, ай-яй-яй. Чуть-чуть меня остановили деревья. Чуть-чуть. Да и ладно, едем дальше. На самом деле время-времечко, а вода-водичка. Через 4 примерно минуты мы заканчиваем эту серию, да? Давай доедем тогда уже до непосредственно наших домов. О, ваша культура.
Да-да-да, мы приехали туда, откуда, в принципе, почти и начинали сегодняшнюю серию. Ну, в которой в начале мы были. А сейчас мы едем туда-сюда, обратно. О боже, мы будем скоро дома. Сейчас мы едем до дома. Я помню еще даже, где у меня дом находится. Или что, или до дачи лучше? Или до дома? Не, поехали до дома, там давно мы не были. Тут ехать-то все равно 5 секунд. Псов лет. Мне тоже надо дачу. Тебе да, надо. Воу. Спокойно, так, тихо. Нормально. Нет, что-то вообще не привык, что Ника нет. Чего? Не привык, что Нитро нет. Ника нет? А. Нитро нет. Не а, привык. Нитро? Не так поставим, ты чё? Еще не и следующая неделя, так что успеем поставить. До 98 максимум. Потом. Так, что-то я вообще разогнался от души. Максималка Nissan GTR моя новой. Вот она. Шестая передача, все как полагается. Я прошу у себя дома, поедешь к тебе. У меня машина, по-моему, Infernus. Так, тебе? По домам, может. Стоп, мы не туда поехали. Да, мы же не туда. Да пофиг, едь уже. Сейчас поверну. Вон мой дом. А вот твой. Пока, Арсений. Кстати, я прям к стоянке приехал. Ну, не к своей стоянке. А нет, к своей, но отсюда я к ней не заеду. Чёрт. О, привет. Привет, Таня. Сколько лет? Опа. Трюки. За 300, короче. Сейчас поднимемся на самый верх стоянки. Ух ты! Нифига себе, я дрифтанул. Я конкретно дрифтанул. У меня, кстати, две стоянки, кто не знал. Я никто не знал, как бы. Ну да, все не знал. Все не знал. Так вот буквой Т, короче. Типа Саша Тюнинг. Тюнинг, вот на Т, тюнинг. Вот, буква Т. Значит, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Полети. Да, с вами был Саш Тюнинг, Фридей. Всем пока. В конце видео под музычку.